Хотя Азовское море и рядом от колхоза имени Карла Маркса Славянского района Краснодарского края, колхоз имеет свое прудовое хозяйство – 412 гектаров голубых полей. Каждый сезон приносит богатые уловы. В разгаре и морская путина. Сегодня вахту в Азовском море несет бригада Александрова. Уже больше 40 лет не расстается с морем Иван Иванович. Он победитель социалистического соревнования 73-го и 74-го годов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Еще в третьем квартале колхозные рыбаки при плане 2600 центнеров выловили более 4000 центнеров рыбы. Осенняя путина продолжается.